Российские власти продолжают диалог с властями Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что он не располагает информацией о том, увеличилась ли помощь Сирии со стороны России. «Я в данном случае не могу ничего сказать большего, чем то, что было сказано президентом во Владивостоке. Если вы помните, президент отвечал на вопрос во Владивостоке, и он сказал, что, действительно, мы находимся в рабочих контактах, идет взаимодействие с сирийскими властями. Ну, и собственно, вот он это подтвердил, что у нас идет диалог с сирийскими властями», — сказал Песков журналистам. На вопрос, увеличилась ли помощь в Сирии со стороны РФ, Песков сказал, «Я не располагаю такой информацией». Пресс-секретарь главы государства отказался комментировать телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим американским коллегой Джоном Керри, в ходе которого обсуждалась Сирия. Все-таки, комментирование телефонных разговоров министра иностранных дел, это прерогатива Министерства иностранных дел, отметил он. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, отмечала, что Россия никогда не скрывала, что поставляет военную технику официальным сирийским властям с целью борьбы с терроризмом.